И снова мэр в наручниках дает показания. В этот раз в статусе подозреваемого оказался мэр Баидаевского района. Анатолия Табинаева подозревают в мошенничестве. По версии следствия, чиновник устроил на работу в администрацию свою знакомую. Никакой трудовой деятельности женщина не вела, но зарплату получала исправно. За полгода ей выплатили 170 тысяч рублей.